Итак, стадион центральный в Гомеле. Футболисты появились из-под трибунного помещения. Стартовый тур чемпионата страны высшей лиги. Гомель против Батэ. Команда, которая вернулась в элитный дивизион против чемпиона страны. Трибуны заполнены, люди подтягиваются. И сейчас мы послушаем гимн Республики Беларусь. После чего обратимся к составам и будем наблюдать за матчем. Позже давайте пока посмотрим, что будет происходить на поле. Все здесь с левого фланга начинается у Борисова. Иванич. Хорошая передача на Гордейчука. От штрафной площади прострел и мяч в сетке. Вот такое начало для Гомеля. Не справились с волнением, как-то прижали. По-другому я и прижали своим воротам. Другого объяснения найти не могу. Левый фланг с помощью Мирка Иванича. Далее Борисов выходит вперед. Давайте на повторе еще раз посмотрим. Как же легко все получилось у гостевой команды. И да, действительно, там были два футболиста, которые готовы были замыкать этот прострел от Михаила Городичука. Но гомельчане решили сами все сделать в пределах правил. Итак, подача. Хороший заброс на линию вратарской. И удар по воротам состоялся, но мяч полетел рядом со штангой. А вот это неплохой проход намечается. Там достаточно игроков Борисовского клуба. Нет положения вне игры. Можно бить по воротам. Удар состоялся в ближний угол. Но вот наконец-таки на 13-й минуте мы увидели. Корницкий играет пяткой. Сразу же мяч ему отскакивает. Штрафную войти не позволяют. Передача на Невалду как раз-таки следовала. Но там защитники опередили. А это поспешный удар. Поспешный удар. И Денис Щербицкий спокойно мяч контролирует и сразу же пасует на Максима Володько. А тот идеальную передачу вырезает дальше на Гордейчука. Продолжается атака Батэ. Стасевич красиво, но там не было футболиста, не было партнера для того, чтобы завершить эту атаку. Теперь она завершается ударом. Ударом издали, ударом плотным, хорошим. Дениса Щербицкого. Вот он, экс-борисовчанин, который попробовал, что такое легионерский хлеб, ну и вернулся в чемпионат Беларуси. Теперь он в Гомеле. Подача! На линию вратарской не получилось. Вторым темпом удар из-за предела штрафной. Еще один выстрел! Вот это круто! Вот это хорошо! Потому что очень плотно, и мяч едва не оказался в сетке. Мячи летели и в первом тайме, и во втором. Хорошо он играет головой. Тяжеловато ему, конечно, было против Кендыша, против Дениса Полякова. Как раз-таки борисовчане выигрывали больше борьбы на втором этаже. А это атака Гомеля. И очень интересная. И мяч оказывается в руках у Дениса Щербицкого. Но было опасно, потому что защитник, которому оказывалась помощь, хотя она в данном случае не оказывалась. Алексей Бриос тем временем вбрасывает мяч из-за боковой. Березкин. Стасевич сразу же на Риоса, а тот грузит мяч в штрафную площадь. Какой классный удар! И Рудинок выручает команду. Продолжается атака борисовчан. Ну вот затишье было минут 10. И смотрите, как здорово после розыгрыша аута борисовчане вывели. Борисовчане как будто застыли, как будто замерзли. Погода в игровом эпизоде. Не выключаться. Если Гомель хочет разжиться сегодня очками. Борисов продолжает атаковать. Ну, Борисов-то точно хочет. Имеет возможность. Такой удар по воротам. Вновь Рудинок. Вновь Родионов на ударной позиции. Бил в ближний угол. Теряет мяч Березкин. Тислюк. Еще один пас на свободное пространство. Невал до штрафной площади. Но Денис Поляков подчищает все огрехи партнеров. На свободное пространство Невалдо. Угловой ворот борисовчан. Еще играть 16 минут до финального свистка. А может быть и 20 с учетом добавленного. Подача идет. Удар по воротам. Как же здорово в этой ситуации действует голкипер Батэ. И посмотрите, у Юденкова был шанс. Через короткий пас Гомель пытается выйти из обороны. Не получается, потому что борисовчане сразу же возникают возле футболиста, который владеет мячом и организует неплохую атаку. Если элементарно в лиде, наверное, не считается. Это моментище, и что? Не было пенальти в этом эпизоде. Но на повторе мы все увидим, но так просто показалось. И скамейка сразу Гомель. Корницкий пошел выяснять отношения с Виктором Шимусиком, намекая на то, что не поставил он, не зафиксировал нарушение правил. Давайте еще раз мы вот здесь в этом эпизоде увидим. С мячом был как раз-таки Дмитрий Гомза, который только-только появился на поле.
и завалился. Он нырнул туда. Тут у нас еще будет еще время для того, чтобы рассмотреть все на повторе. Пока штрафной удар. Разыграли. Издали. Мяч оказывается в сетке. Не пенальти. Так вот такой выстрел. Из-за предела штрафной площади. Сейчас становится 1-1 в этом матче. Вышедший на замену Евгений Барсуков. Какой же удар у него получился. Итак, давайте еще раз посмотрим. Разыграли штрафной удар гомельчане. И вот такой вот классный выстрел в дальний угол. Евгений Барсуков. Его удар. И мяч оказывается в сетке. И Денис Щербицкий. Этот мяч просто... Борисовчане обороняются. Здесь сыграли на коротке. Можно сыграть дальше. Можно пробить поворотом. Денис Щербицкий вытаскивает мяч из угла. А там был абсолютно один набегавший футболист. Чуточку. 1-1. Стартовый тур чемпионата страны по футболу высшей лиги. Мы начинаем хороший длительный марафон. Будем наблюдать в каждом туре за как можно большим количеством матчей. Ну а сегодня констатируем, что Гомель, вернувшись в элиту, останавливает чемпиона, забирает очки.